Мы обращаемся к директору ПТУ города Анжеро-Суженск, также главе города, губернатору Кемеровской области, директорам предприятия нашего города, работа которого зависит от нашего предприятия, а также к вам, жители Анжеро-Суженск. Несколько лет назад, после очередной оптимизации на нашем предприятии, сократили должности составителей поездов, дежурных стрелочных постов, приемосдатчиков и других. Вследствие этого нам, помощникам машиниста, было предложено совмещение должностей с существенной доплатой в нашей заработной плате. Какое-то время выплаты производились, но недолго. В конце концов, заработная плата стала прежней, а работы добавилось в разы. Мы требуем повышения заработной платы за совмещение должностей не формального, а реального. Руководство ПТУ вместо диалога вручило нам уведомление о сокращении нашей должности, параллельно набирая других. Находясь в безвыходном положении, мы вынуждены отказаться от дополнительных работ и работать по инструкции помощника машиниста, ссылаясь на статью 60.2 Трудового кодекса РФ, уведомив руководителя в письменном виде за 3 дня. Так как на предприятии недостаточно работников других специальностей, которые помогают машинисту и помощнику машиниста для осуществления своих обязанностей, мы предвидим, что последствия могут быть весьма серьезными. Наше предприятие является транспортной артерией города. У таких предприятий, как обогатительная фабрика, МАШ-завод, Каскад-энерго, НПЗ «Северный Кузбасс», теплоснабжение и другие, могут не своевременно производиться железнодорожные перевозки. Вплоть до того, что они вообще могут прекратиться. Требуем диалога с вышеперечисленными лицами. Требуем доплату за выполнение всех дополнительных обязанностей. Требуем отмены сокращения, так как у каждого из нас есть семья, дети и прочие обязательства.